Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию лот номер 5 White Scott Extra, мужские и женские безрукавки Second Hand. Страна Англия плюс Германия, демисезон, вес мешка 10-100, количество в мешке 23 штуки. Безрукавка, материал верха балонь, на молнии, плюс дополнительно планка, застежка на пуговице, ориентировочный размер М. Безрукавка, стеганая, материал верха балонь, очень тонкая, впереди молния, молния рабочая, ориентировочный размер М, имеются боковые карманы. Безрукавка с такой вот составкой из эко-кожи. Размер S, также на молнии. И планка на клепках. Боковые карманы имеются. Безрукавка теплая, на синтепоне. Безрукавка такого цвета топленого молока, на молнии, молния рабочая. Внутри флисовая подкладка. Боковые карманы. Размер ориентировочно M. Безрукавка черного цвета, материал верха балонь, она двухсторонняя, то есть можно на две стороны, сейчас даже покажу, другая сторона вот такого цвета, также имеются боковые карманы, как и на той стороне, и нагрудный карман. Ориентировочный размер L. Безрукавка, материал верха ткань. Ткань полиэстер, скорее всего, с катоном. Имеется два нагрудных накладных кармана. У них дополнительно еще поверх карманы мелкие. Также на молнии карман. И внизу два накладных кармана. Тоже имеется мелкий карман для мелочевки. Размер 2XL. Безрукавка. Материал верха балонь. На кулиске можно регулировать. Также имеется молния, молния рабочая, и внутри просто подкладка в виде сеточки. Безрукавка темно-коричневого цвета, имеется два боковых кармана, нагрудный карман, размер L, утепленная. Безрукавка бордового цвета, на молнии, молния рабочая, имеется два нагрудных кармана на молнии и боковые карманы, также на молнии, размер 18. Это где-то 50. Безрукавка простеганная, материал верха балонь, размер 40. Внизу имеются два накладных кармана на клепках. Безрукавка под искусственный мех, скажем так, с капюшоном. Ориентировочно размер М. Безрукавка. На молнии, молния рабочая, ориентировочный размер М. Теплая безрукавка, материал верха ткань, простеганная, наполнитель синтепон, размер М, ориентировочно с капюшоном. Капюшон такой полный, объемный, по краю капюшона искусственный мех. Безрукавка, имеются два накладных кармана, карманы застегиваются на молнии, молния рабочая. Размер 54. Безрукавка красного цвета с черными вставками. Мужская. На молнии. Дополнительно планка на клепках. Внутри флис. Имеется внутренний карман. Размер XL. Безрукавка темно-синего цвета. Имеются два накладных кармана. Также на молнии. Молния рабочая. Размер S. Безрукавка черного цвета, два накладных кармана, клепки и внутри молния дополнительно. Сейчас проверим молнию. Молния рабочая. Размер XL. Безрукавка, материал верха спанбон, такой не спанбон, а спандекс, скажем так, как вот ткань бывает такая приятная на ощупь. Также имеется утепленный такая, утеплитель синтепон, размер L. Теплая безрукавка на синтепоне с молнией. Впереди молния рабочая, имеются клепки, боковые карманы. Размер ориентировочно M.
безрукавка светлая, с оттенком топленого молока. Внутри искусственный мех. Размер ориентировочно S. Безрукавка темно-синего цвета. На молнии. Плюс поверх имеются такие декоративные пуговицы деревянные с капюшоном. Размер ориентировочно S. Безрукавка такого пудрового цвета. На клепках, внутри утеплитель синтепон, имеются два боковых кармана. У безрукавки имеется небольшой разнос. И безрукавка темно-синего цвета на молнии. Молния рабочая, плюс дополнительно застегивается на клепке. Имеются два кармана на молнии, размер L. Спасибо за внимание!